хода в них дно. В тот мир, где все для нас темным и темно. В тот мир, что в нашу тьму текущих лет один надежды изливает свет. Миг перехода в этот мир дно. Везде и всюду свет со мной. А я так незаметно для беды вершу свои обычные труды. И в промежутках между бредными я ухожу в объятия беспредел. Стираются границы бытия. Здесь истин нет, но здесь и нет вранья. Здесь нет предательства, оно осталось там. Там, где посредственность крадется по пятам. Там, где посредственность глядит со всех сторон и ждет того, чтобы явился он. А он уже давно явился к нам. И это видно по его делам. Его мы ждем прихода во плоти. А он давно себя в нас воплотил. И прозревая божество в себе, себя мы прозреваем в божестве. Мы начинаем понимать, что мир един, что этот мир и там, и здесь один. И раздвигая грани бытия, мы обретаем здесь свое второе «я». И складывая вместе оба «я», мы, наконец, теряем здесь себя. Теряем личное в безличном божестве, изобличенное в преступном воровстве, в безумном присвоении всего, что было частью Бога самого. В безумном присвоении себя, себя как ближнего всецело возлюбя, себя заполненного лишь самим собой, себя ушедшего в безумстве с головой, считающего все в себе своим. Язык мы, на котором говорим, религии, идеи и слова, все, что в себя вмещает голова. Все, что внутри, вибрирует, дрожит, и душу, что ему принадлежит, приемлющего даже и нужду, испепеляющий дух и плоть вражду, вражду к себе, бездарность и порок, и осознание того, что он пророк. Пора, пора на покаянный суд. Иначе силы меня поволокут. И что меня здесь не удержит, нет. И пусть забвением вымоет мой след. Пусть я уйду бесславно, как пришел. Все, что мне нужно, я уже нашел. Нашел в ночи, а ухожу при свете дня. И дай мне Бог, чтоб вы не поняли меня, чтоб вы не поняли меня сейчас, когда я стал зависим так от вас, когда в меня проникнут без ключа, вы станете рубить меня с плеча, уничтожая плоть моей души, отстаивая ваше право жить. Я знаю, что я сам убийцей стал, что мне пора в неотдаленные места, места не столь уж отдаленные, как Бог, места схождения исхоженных дорог. Ну что ж, видать, на то и воля рока, чтоб каждому отмерить меру срока. Ну что ж, видать, и рок угоден Богу, когда от храма путь ведет к острогу, когда от храма путь выводит к месту казни, а казнь сама становится как праздник, даруя жизни новое рождение.
за счет языческого жертвоприношения. Есть миг для перехода в мир иной, есть миг, и он всегда со мной, со мной.